Ой, рано или поздно я найду вас, Джесси Джеймс. Ох, рано или поздно найду, честно. Да, Сквиртл, найдем их. Так, найдем. Ох, как мы их отпинаем в тот день, как мы их найдем. Доберемся к ним. По почкам, в лицо, в лицо, в лицо, в пятку. Ох, отпинаем прям полностью нафиг, да? Да, Сквиртл? Да, Сквиртл. Тут я манекенов тут просто уже убиваю целыми днями. Я тренирую, Сквиртл, да? Ты со мной вместе. Ох, однажды мы доберемся, однажды мы их отпинаем. А то они спрятались где-то, да, Сквиртл? Чё говоришь? Squirtle. Вот шо-шо, но с этим согласен. Честное слово, да. Вот чем больше лайков мы наберем на вот этой серии, тем сильнее я буду, тем быстрее я найду команду R, и тем сильнее мы их отпинаем. Я правильно понял? Ты это сказал? Squirtle. Так что, ребята, слушайте Сквиртла. Чем больше лайков, тем быстрее новая серия, тем быстрее мы отпинаем Джесси Джеймса, да, Сквиртл? Да. Squirtle. Все. Скитл. Продолжаем тренироваться и идем за Джесси Джеймсом, да? Squirtle. А, да. Мы придем за вами, паскуды. Интереснейший канал по Майнкрафту, это, конечно же, Тумка Гейм. Здесь вы сможете найти кучу мини-игр, конкурсов и также поучительных роликов по Майнкрафту, а именно обзоры шейдеров, ресурс-паков и многое другое. Конечно, полезная информация для всех майнкрафтеров, поэтому заходи и подписывайся. Кайгилишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, еще новая серия нашего 7-го сезона с модом на покемонов. Ребята, лайк, если ждали, лайк, если хотите больше серий, и лайк, если вы хотите, чтобы эти серии были очень длинными. Честно, ребята, сейчас я, наверное, буду стараться выпускать для вас Пиксельмон как можно быстрее. Да, ребята, честное слово, поэтому не поленитесь поставить лайк. Я, конечно, не надеюсь, то, что мы сможем брать 15 тысяч лайков на вот этой серии. Но если мы сможем, ребят, вот это будет реально какой-то новый рекорд. Даже если мы наберем 7 тысяч лайков на вот этой серии, выйдет новая серия. Но если наберем опять 15 тысяч лайков, то, ребята, следующая серия будет длиться целый нафиг 1 час. 1 час покемонов. Поэтому, ребята, подумайте и поставьте лайк. Также подписывайтесь на мой канал, потому что каждый подписчик для меня как друг, ребята. И как обычно, сейчас мы уже будем начинать. Сегодня, ребята, мы пойдем на базу команды R. Но, ребята... Вы знаете, какая у нас традиция в каждой серии с покемонами? Да, ребята, заходите в ВКонтакте и добавляйте меня в друзья, подписывайтесь на мою страницу ВКонтакте. Сразу первая ссылочка в описании. Да, ребята, сразу первая ссылочка в описании, поэтому заходите, добавляйте, пишите мне сообщения, можете пролайкать мои фоточки и многое другое, ребята. Я буду очень сильно рад вас видеть на моей странице ВКонтакте. Поэтому, ребята, не забывайте, заходите и добавляйте. Да, прям, йоу, в рифму, да. Ребят, как я уже сказал, сегодня вместе с вами мы пойдем на базу команды R, зайдем в следующую комнату, в которую я уже обещаю зайти где-то 3 серии подряд, но сегодня, ребята, мы точно зайдем. И может даже сегодня мы уже наконец-то постараемся эволюционировать нашу Иви в Вапориона. А для этого нам, ребята, еще нужно 8 вот таких частичек водного камня. В принципе, будет очень сложно даже их найти, но, ребята, как вы видите, вы помните, в предыдущей серии мы словили Шайни Пигнайта, да? Помните, ребята, вот, я вам обещал то, что этой серии я поменяю нашего обычного Эмбуара на Шайни Эмбуара. Нашего обычного Эмбуара я удалил и удалил Шайни Пигнайта. И заменил это все на Шайни Эмбуара. И давайте посмотрим, как он нафиг эпично выглядит, прям похренеть. Мало того, то, что это Вернись, чувачок. Мало того, что это огненный покемон, так смотрите, он выглядит, как будто его реально засунули в какую-то морозилку нафиг. Потому что, как видите, огненный покемон с элементами какого-то льда нафиг. Синий какой-то. Это офигеть, как круто выглядит, ребята. Я прям в шоке, когда его нафиг увидел, честно. Поэтому я очень даже рад, что вместе с вами мы смогли найти Шайни Пигнайта. А в этой серии мы также с вами постараемся найти 8 частичек водного камня, чтобы наконец-то уже эволюционировать нашу Иви. Хоть это нафиг, что-то как-то сложно. Сколько мы уже, ребята, искали? Мы уже где-то 3-ю серию ищем вот эти частички вот этого водного камня. И, если честно, что-то мы нифига не нашли. Да, поэтому, наверное, нужно двигаться ближе к океану, ближе к морю, где будут вот просто кучи, залежи вот этих частичек. Ребят, видите, тут просто нифига нету. Тут просто нифига нету. А где у нас океан? О, остров для прокачки. Мне кажется, это прям идеальное место будет. Это как раз посередине моря. Сейчас спустимся под воду и посмотрим. И посмотрим, ребята. Может, даже мы с вами... Ёханый бабай, как же я не зря сюда пришел, а? Не успел я прийти? Тут что?
Не-н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 е-
Я пробежал 3 метра, он пропал. Пожалуйста, пожалуйста, шаги пиджи, а. Ребята, вот... Он пропал. Он пропал за 3 секунды, пока я сюда... Нет, вот он! Так, стоять. Кто это, пиджи? Это пиджи. Стоять на месте, паскуда. Да стой ты! На! Это пиджоту, ребята. Да. Кстати, квикбольчики, ребята, у меня в инвентаре так валяется 29 готовых частиц для квикбола. Вы поняли, да, что я имею в виду? И, в принципе, ребята, я уже дома вне серии сделал камушек. Ну, в смысле, камушек, чтобы сделать вот эти кнопочки. И сейчас, ребята, мы вернемся домой, быстренько сделаем почти полстака нафиг квикболов и дальше пойдем на охоту. Да, ребята. Но, в принципе, серия не успел. Ребята. Мало того, я видел еще одного Шайни. Это Шайни Вартортл? Кто это? Кто Шайни? Шайни. Так, мало того, то, что два Шайни заспавнилось 2 секунды. Так, Шайни Вартортл. Стартовик. Шайни Стартовик. Вартортл. Офигеть просто. Я уже просто предполагаю, какая у нас будет следующая команда. Шайни Вартортл, Шайни какой-то там Пиджиотто, Шайни там еще кто-то. У нас кому... Короче, ребята, следующая команда может тупо состоять почти изо всех Шайни. Это будет просто офигенно. Да. Я уже в предвкушении нафиг. Я еще его один разочек шандарахну. Один разочек. Не умирай, пожалуйста. Просто зашибись. Ох ты, все же умер. Ладно, давайте еще разочек мы его стукнем. Можно еще разочек? Иви, притормози. Она почти его убила. Пожалуйста, Вартортл. Я знаю, вы стартовики, вы мелкие покемоны. Вы очень большие паскуды. Вы вообще просто не ловитесь. Я в курсе. Я просто в курсе. Ну, словись, миленький мой. Кстати, у нас есть один левел-бол. Мы можем попытаться 5 даже левел-болов. 5 левел-болов. Можем сейчас попытаться словить его с помощью левел-бола. Но я просто офигеть, как хочу Шайни Вартортла. Вы просто, ребят, не представляете, как я хочу Шайни Вартортла. Я когда увидел сдалека то, что там в первую очередь Вартортл. А мы все, мы его словили. Да. Я когда увидел то, что там Вартортл, и потом, когда я понял. Такой, это Шайни Вартортл. Я такой прям офигел, если честно. Так, где он? Да, Шайни Вартортл, ребята. Шайни Вартортл. Вот этого нужно удалить. Это я когда добавлял себе. У нас есть обычный Сквиртл и у нас есть Шайни Вартортл. Просто офигеть, ребята. Вот смотрите, это наша будет где-то тут следующая команда. Лифион, Шайни Альбатрос, Шайни Гравелер, Шайни Сивадл, Шайни Оникс есть, Крабби, Трапинч, Катерпи, Слоупоу. А, кстати, ребят, смотри, быстренько посмотрим, смотрите. Опа, а я уже, кстати, тут свою статую такую поставил. Ребята, камушек, берем камушек, и давайте быстренько сделаем, сколько, мне интересно, мы сможем сейчас сделать, сколько, вот так, и вот так. 29 нафиг квикболов, да. Да, и вот это я уже пособирал там заново абриконы, поставил их жариться. Вот это все выложим вот сюда, а хлам выложим, ну, допустим, вот сюда. Да, и сейчас быстренько пойдем поспим, чтобы на свежую, трезвую голову, ребята, пойти дальше на охоту. А именно сейчас мы, ребята, да твою мать. Сейчас мы еще раз справимся на остров, чтобы попытаться найти еще водные камушки. И также... После этого, ребята, мы отправимся на базу команды R, посмотрим, с кем мы будем следующим сражаться и вообще, что нас там ожидает. Поэтому, ребята, быстренько отправимся на остров и я надеюсь, то, что я не умру очень быстро. То, что я хотя бы смогу какой-то камушек найти, пожалуйста. А если честно, нам нужно было бы найти
какого-то водного покемона, который просто-напросто умеет плавать под водой. Если мы будем кататься на водном покемоне под водой, то мало того, то, что мы не будем умирать, потому что он нам будет давать бесконечное дыхание под водой, так еще, ребята, у нас будет ночное зрение под водой. Это вообще офигеть как круто. Как видите, ребята, сейчас я просто подыхаю, поэтому... Нету смысла, а водные камни, к сожалению, спавнятся только вот на такой большой глубине. Вот тут я не знаю, где мы тут можем найти какие-то водные камни. Можем где-то на пляже, конечно, постараться найти, вот где-то вот тут 1345-75 минус 151. Вот, не то, чуть-чуть не тот, вот так. Ты что, охренел? Вот так. Конечно, можем постараться, ребята, найти что-то вот тут, но... Что-то мне кажется, нифига мы тут не найдем. Хоть, в принципе, глубина тут отличная даже. Я, конечно, могу сейчас, ребята, спуститься, посмотреть что-то. Вижу. Вот, кстати, вот тут даже очень неплохо. У нас, кстати, нету факелов, а факелы очень бы даже пригодились. Вот тут. Знаете почему? Потому что, ну, под водой как бы. А, кстати, я сверху не буду видеть, где тут камушки есть. Нет. Не видно. Так, ребята, давайте. У нас есть уже две штучки. Они, в принципе, вот светятся, поэтому они очень заметны. Вот, еще один, ребята. Сейчас мы, в принципе, тут сможем даже попытаться найти. Так, давайте быстренько спускаемся. Где? Вот он. И сразу же смотрим по сторонам. Может, где-то еще будет какой. Может, ребята, даже в этой серии мы сможем эволюционировать Иви. Да, давайте, ребята, плывем дальше. У нас есть уже 3. Нужно 9, поэтому осталось еще 6. Не подыхай. Так, быстренько, ребята, смотрим, что где светится. Вот, еще один. Давай, быстренько, пока мы не начали задыхаться. Давай. Всплывай. И сразу, ребята, двигаемся куда-то туда вперед, а потому что там, наверное, будет еще больше. Чуть не умер. Нам действительно нужно сделать факелы. Факелы очень полезные вещички. Так, давайте, ребята, еще быстренько спустимся, посмотрим, есть ли тут что-то. В принципе, очень даже неплохо нафиг. Так, вот еще один есть. И что мне делать нафиг? Так, знаете, как мы будем делать? Хотя нет, давайте знаете что. Давайте мы сейчас спустимся. Этот один быстро заберем, если умрем, то... Там, кстати, два. Я планирую, ребята, сейчас умереть. Знаете почему? Ну, сейчас увидите, что мы сделаем. Это такая тактика, ребята. Смотрите. Сейчас мы умрем. Опа. Поплывем дальше куда-то вот туда. Сейчас мы умрем. Это все спланировано, ребята. Не переживайте. Это все было спланировано. Видите, какая жопа хитрая. Это все, ребята, было спланировано. Так, кстати, есть ли тут что-то? А вы не забывайте, ребята, то, что под водой мы сможем также фоссил найти. Да. Фоссил — это окаменелый покемон. А поэтому, ребята, держите глаз востро. Если заметите фоссил под водой, а я не замечу, сразу же, ребята, прошу вас, сразу же. Опа, ёпта. Лапрос то-то нам и нужен нафиг, потому что Лапрос как раз водный покемон. С помощью Лапроса мы сможем гулять под водой. Да. Сможем гулять под водой и не будем умирать. Потому что мы сможем плавать с Лапросом. Я, кстати, его сейчас, наверное, даже возьму, если мы его сейчас быстренько словим. Так, квикбол. Давайте, ребят, попытаемся. Постараемся и попытаемся. Это будет круто, ребята. Единственное, если вы заметите фоссил под водой, ребята, сразу, прошу вас, сразу бегите в комментарии и пишите, на какой секунде и где вы заметили... Я его убил нахрен? Он сам себя, дебил, убил. Он сам себя убил! Я хотел словить Лапроса, все, Лапрос... Иди сюда. И солнышко мое, Лапросик. Попади ты. Ай! Лапросик, мой миленький. Иди сюда. Да кто? Что так сложно-то попасть по тебе? Иди сюда. Лапрос. О, замечательно просто. Ёханый бабай, Лапрос, ты меня прям напугал. Я... Что за хрень? А, ясно. Я действительно хочу Лапроса, потому что мало того, что он
не скажу, что прям редкий покемон, но все же он спамится, ну, в какой-то степени немного редко, да? Он спамится около берега, то есть вот так, как сейчас пляж, что-то вот в этом роде. И он не всегда там спамится, то есть есть какое-то определенное время суток и что-то в этом роде. Поэтому его, в принципе, очень даже так иногда тяжеловато найти. И, в принципе, как я вижу, даже тяжеловато его словить. Я бы, конечно, попытался его чем-то стукнуть, но я боюсь его вообще чем-то стукать, потому что, мне кажется, я его просто сразу же убью. Риолу. Ну, Риолу, в принципе, 16 уровень. Риолу, в принципе, умер сразу же, поэтому даже стукать нечем. Даже стукать нечем. Квикбол, пожалуйста, Лапроси. Я не буду на Лапроса тратить все болы, потому что я только что сделал полстака. Зачем мне тратить полстака болов на какого-то конченого Лапроса? Хоть я его, честно, очень хочу словить. Вот прям со всей душой хочу словить его. Паскуда, паскуда, чем бы тебя стукнуть? О, прям молодец, а ну, Эмбуар, еще раз. О, просто зашибись. Так, сейчас, когда у него красное здоровье, он намного проще, по идее. В теории должен словиться. Сейчас, ребята, мы посмотрим. Твою мать! Я еще трачу на него 5 болов! 5! Этот не считается, потому что это сам как-то кинулся. Я не знаю, почему он сам кинулся нафиг. Я даже ничего не нажимал. Не горите то, что он словится. Я его ловил самыми крутыми вообще болами, которые только есть. Это квикбол и ультрабол. Он не ловился. А почему-то через баг кинулся какой-то убогий сафари-бол, который вообще никогда никому не был нужен. И он словился. Это реально какая-то мистика нафиг. Он взял и тупо словился. Охренеть просто. Просто охренеть, ребята. Так, давайте быстренько отправляемся домой. Смотрите, смотрите, что мы сейчас делаем, ребята. Вот прям магия сейчас будет, смотрите. Так, давайте сначала вылечимся. Поке хил. Выложим быстренько Риолу вместо Лапроса. Пойдем куда-то. Хрень попадает куда? Допустим, вот сюда. Да, быстренько вот сюда пойдем. Вызовем Лапроса, который дебил словился вообще с сафари-болом. Попрыгаем, попрыгаем в водичку. Опа. Так, сейчас бы вспомнить, как спускаться под воду. Да, на С спускаться. На С спускаться. Так, тут хорси всякие плавают. Йохан и Бабай. Всякие там, еще кто-то там плавает. Так, ребята, ищем камушки. Ищем камушки в первую очередь. А если реально заметите фосил, просто орите. Ну, Йохан и Бабай, ты слепошара. Как ты там... Нет, слепошара, я пошутил, не смейте. Не смейте так говорить, я обижусь. Если, не, ну все же, если я фосил, конечно, пропущу туда, я слепошар. Но я постараюсь его, ребята, не пропустить. Ну, в первую очередь, в принципе, пофиг сейчас на фосил. Если честно, мне сейчас камушки подводные нужны. Пожалуйста. Во, поменял кнопочки, сейчас спускаться под воду на другую кнопочку. А то, знаете, когда я спускался, я как раз делал вот такое приближение с помощью вот этого, ну, Optifine, да, это мне не очень нравится. Может, мне реально нафиг выключить сейчас шейдеры, потому что, если честно, ни черта не вижу. Опа, 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 опа. Так, быстренько, быстренько добываем. Что за фигня? Паскуда, паскуда. Ой, паскудида, паскудида. Так, я могу вообще Лапроса под воду выкинуть? Я не могу Лапроса под воду выкинуть. Ладно, ладно, ребята, давайте быстренько сюда допихаемся. И давайте я все же вырублю шейдер, и сейчас посмотрим. Это что, Майнкрафт? О, кстати, Лакиблок. Это что, Майнкрафт, нафиг? Мне не кажется то, что это Майнкрафт. Без шейдеров я вообще как-то непривычно играть, нафиг. Так, давайте, знаете что, ребята, быстренько откроем вот этот Лакиблок. И нам еще нужно только два. Только два камушка воды. Отстань от меня, нафиг. О-о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 -
сначала откроем счастливые кролики. О, зельюшка любимая. Офигеть, конечно, на пару секунд, но все же. Еще зельюшка. Еще что? Да, спасибо. Спасибо, заберите обратно. На еще. На еще. Ёханый бабай напугал. На еще. И все? Так, ладно, я ухожу. Так, давайте, ребята, спускаемся под воду. Опа.
Давайте, давайте спускаемся и посмотрим. Вот видите ночное зрение. Вот видите, ночное. О чем была и речь, кстати, ребята, вот смотрите. Вот. Вот. Ой, ёханый. Да ты ж. Издеваешься нафиг? Да почему ты. Да не поднять! Я еще умру, ребята. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот, вот прям. Я поднял? Поднял! Пол сердечка нафиг. Пол сердечка. Вот, ребята, тут их столько было, вокруг их столько было, я не заметил. Ладно, ребята. Опа. Где Лабрас? Где Лабрас? Давай, 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 миленький мой, давай. Давай, давай, да, не умирай, не умирай, не умирай, не умирай, не умирай. Ребята, успеем, успеем, успеем. Эй, ты иди сюда. Успели, успели просто. Успели просто, замечательно. Ох, аж прям подпрыгнул нафиг. Давайте, ребята, возвращаемся домой. Быстренько домой. И я сейчас включаю шейдеры, потому что без шейдеров мне вообще как-то непонятно, как играть. Опа, так, ребятушечки, давайте сначала покушаем, пойдем поспим, потом сделаем. Кстати, сегодня мы еще идем на базу Командер. Сейчас, ребята, пойдем сделаем водный камень, эволюционируем Иви Вапуриона. Да, как я уже давно обещал. И также, ребята, в очередной 10-й раз, повторюсь, пойдем на базу команды R. Я все это уже обещал сделать в течение 5 серий, но я что-то не делал, потому что забывал. А вот сейчас, ребята, мы все это сделаем сразу за одну серию. Так, как видите, ребята, давайте быстренько сразу отправимся на базу команды R. Вот сюда и сразу... Ай. Ты шо... Не, ты шо за мной... Нет, я не хочу... Прости, слушайте. Случайно получилось. Отвечаю, случайно получилось. Я не хотел. Она сама умерла, честно. Ребята, давайте быстренько Иви Вапуриона. Как я долго ждал вот этот момент. Просто... Серии 6! Вы тоже, наверное. Но, ребята, как видите, сейчас у нас уже Иви даже будет. Сейчас уже Иви Вапуреша будет. И, кстати, как мы уже... Как я только что сказал, мы возле базы Командер. Сейчас пойдем посмотрим. Какая же будет третья комната? Я, если честно, еще сам не знаю. Так, смотрите, ребята, на нашего Вапуриошу. Офигеть! Да? Просто офигеть, ребята. Просто офигеть. Так, это была первая комната. Здрасте. Это была вторая комната. Нет, это не вторая, а вот тут это вторая комната, где толстый мелкий школьник, которого мы прям убивали раза с 9-го. Ну, наконец-то убили. И сейчас, ребята, третья комната. Я, если честно, еще даже тут не был. Я даже не знаю. О, кстати, что это за хрень? Так, кто это? Так, что там написано? Элитная. Кто? Что за элитная? Кто так? Какая элитная? Ну давайте, ребята, вы готовы? Посмотрим, что там вообще в третьей комнате. Опа. Здрасте, здрасте, здрасте. Элитная продавщица. Картинки всякие. О, махина с водичкой, лимонад, молочко и все остальное. А тут, ребята, дальше еще какая-то комната, но там, если честно, нифига не видно, где нам ключ взять, чтобы дальше пройти. Ладно, давайте, ребят, посмотрим изначально, что нам предложит вот эта элитная продавщица. Мадам, а вас, вы сегодня свободны? Так, я случайно нажал, но я уже вижу Мастер Болл. Так, сейчас. Мастер Болл за 64 монеты. А Lucky Edge за 32 монеты и XP Share за 32 монеты. Проб... Что за продажная команда R? Я даже пропуск должен покупать за 64 монеты. Потом Flamethrower, Energy Ball, Earthquake, Thunderbolt за 16 монет. Это самые элитные... Ты реально элитная, мадам. Мадам, вы реально элитная, нафиг. Это самые элитные ТМ-ки. И они продаются за 16... О, кстати, стоимость. Так, один алмаз... Одна монета. Один изумруд, две монеты. Три золота, три монеты. Три золота это сколько? В смысле? Это... Охренеть. Охренеть. Это дофига три золота. То есть за стак золота я даже не смогу купить полстака монет. Это где-то будет 16 монет. И 5 железа, это вообще нафиг одна монета. И вот, ну, уголь, в принципе, это понятно. 8 угля, одна монета. Мадам, вы приобрели... А, кстати, ребята,
Хом. А сколько у нас там есть вообще ресурсов? У нас вроде там были же алмазы. Так. Так, в первую очередь продадим нафиг вот эти изумруды. Алмазики, ребята, нам могут пригодиться. Давайте быстренько объясню. Алмазики мы потом сможем юзать, чтобы улучшать лаки-поки-блоки. Конечно, нам всегда говнецо с них выпадает. Да, поэтому нету смысла. Но все же шанс остается, то, что выпадет что-то нормальное. Поэтому, ребята, будем искренне на вот это надеяться. Да. Будем. Но все же, ребята, мне кажется, лучше продать изумруды, потому что изумруды, в принципе, нафиг нам не нужны. Что мы будем покупать за изумруды? А сейчас, ребята, давайте быстренько отправимся вот туда. Так, не сюда, ёханый бабай. Вот, в Team Rocket. Отправляемся сюда. Посмотрим, что же тут есть. Что вообще? Так, смотри, ребята, 31 изумруд, это сколько нафиг? Это сколько вообще? Я не могу сразу все купить. Зашибись просто. Это 60... Нам... Так, ребята, нужно сбегать еще за двумя алмазиками, и мы сможем купить мастер... А, кстати, есть ли нам смысл покупать сейчас мастербол? А, кстати, ребята, я помню, вы мне говорили в предыдущей серии в комментариях, я читаю комментарии, конечно же, ребята, вы говорили то, что я выложил случайно орб. Я вот сейчас смотрю в инвентарь, его действительно нету. А куда его выложил, ребята? Кто помнит, куда его выложил? Я сам не знаю, куда я его... Вот орб, вот. Я уже думал, я его выкину. Ребята, в курсе то, что нам осталось убить 103 покемона? И мы сможем заспавнить нашу первую легенду Забдоса. Поэтому знаете что, ребята, мне кажется? Лучше все же сейчас купить мастербол... Раз нам открылась такая возможность, потому что я даже не представлял то, что в базе команды Эра есть вот такая промышленная зона, где будет такой небольшой магазин с такой элитненькой продавщицей, да? Ребята, смотрите. Опа. И вот, у нас есть ровно стак золотых монет. Мы можем купить два Lucky Edge, и мы можем купить XP Share. Давайте быстренько обсудим. Lucky Edge — это фигня, которая увеличивает прокачку покемонов на... 100% вроде. То есть, если вы получаете 2000 опыта, то вы будете получать 4000 опыта. Или XP Share. XP Share — это типа, если я одену вот эту шапку на кадабру, а буду эмбуаром убивать покемонов, то опыт будет делиться между эмбуаром и кадаброй. То есть, мне кадабру даже не нужно будет кидать в бой, но ей уже будет сверху капать немного опыта. Поэтому, в принципе, вот эти все шапки очень даже крутые. Или мы можем, ребята, прямо сейчас купить пропуск и пройти дальше и посмотреть, что там дальше на базе команды R. Но все же, мне кажется, лучше, ребята, вы со мной согласны, мне кажется, лучше купить мастербол, потому что нам осталось 103 убийства. Это где-то 2 серии максимум. И мы сможем, в принципе, сразу же пойти заспанить Забдоса и словить его, ребята, сразу же. Подумайте об этом хорошенько. Ну все же, ребят, кажется, вот, в принципе, уже поздно, я купил мастербол. Вернись. И это первый мастербол, ребята, в этом сезоне. Чем я, ребят, реально вас искренне поздравляю, потому что это круто. Это круто. Первый мастербол, это просто зашибись. Сейчас нам нужно быстренько забабахать 103 убийства. 103 убийства. Кстати, да твою мать. А, где? Где? Вот. Глиняный биом. Давайте, ребята, быстренько. Минус 2052, 75, 4042. Твою мать. А, кстати, мы тут еще можем найти алтарь Болтреса. Если мы найдем алтарь Болтреса, то это вообще круто, ребята, будет. Это вообще круто будет. Мало того, что мы тут сможем найти покелут, который на земле валяется, можем найти кучу лаки-блоков, которые тоже тут есть, потому что эту зону мы еще не исследовали. И также мы можем найти каких-то боссиков, ребята. Это очень даже круто. Это просто офигеть, потому что сейчас нам действительно нужно будет охотиться на лаки-блоки. Потому что, как видите, сейчас все ресурсы в этом сезоне, вообще все ресурсы, которые у нас есть, приобрели некий смысл. Потому что если у нас сейчас в инвентаре, на складе валялось полстак изумрудов, почти стак алмазов, опа, 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 опа,
Если, ребят, еще раз повторюсь, если сейчас до сих пор у нас 40 где-то серий на складе валялось полстака изумрудов, валялось почти один стак алмазов, и мы в принципе никак их не использовали, потому что просто некуда было их использовать, то сейчас, ребята, нам наоборот нужно как можно чаще, как можно лучше искать лаки-блоки, чтобы нам опять повезло и выпала с них какая-то крутая вещичка, там, опять полстака алмазов. И это, ребята, офигеть, если выпадает полстака алмазов, это, в принципе, почти, это пол мастер-бола. Или полстака алмазов, это какая-то крутая шапочка, которая, в принципе, самая лучшая в сезоне, да, вообще самая лучшая, в принципе, в пиксельмоне, а не то, что в сезоне. Поэтому, ребята, нужно искать как можно лучше, где мы еще не были. Вот мы еще можем туда, ребята, полететь. Реально, ребята, нужно, да. Нужно посвящать свои поиски сейчас лаки-блокам. Это реально очень будет полезно и очень выгодно, что в первую очередь, ребята, очень выгодно. Чем больше лаки-блоков найдем, тем больше вероятность то, что мы сможем заспавнить что-то нормальное, да, то, что нам, в принципе, с этих лаки-блоков может вообще что-то путевое выпасть. Да, да, ребята, да, да, но пока... Ох ты, нихрена себе, 59 уровень, офигеть, нафиг. Как я вообще-то тебя такого гамадрила убью сейчас? Как я вообще тебя убить-то должен? На тебе нафиг по жопе. На... А, нихрена. А я допугался то, что ты такой сильный будешь. Я тебя с двух ударов убил. 39 уровнем. Ах, ты ж никакущий просто. Просто никакущий. Кстати, ребята, тут у нас сейчас будет спрятанный покебольчик. Типа спрятанный. Но мы его найдем. Опа. Опа, говно диски, говно темки нам, конечно, выпадают. Ну, опа, шоу у нас на такое. Опа, что нам выпадает? Всякие шапочки нам выпадают. Лучше бы еще мастербольчики выпадали, да, ребята? Мастербольчики — это вообще круто, нафиг. Так, больше, если честно, нифига там не вижу. Нифига там и нету. Только ночь на дворе. Поэтому, ребята, мне кажется, давайте на этом уже будем заканчивать. Да. К сожалению, да, ребят, у меня просто очень башка так болит, то, что я сейчас умираю, поэтому серия, хотя, в принципе, она и так уже полчаса длится, ребята. А как я вам сказал на начале этой серии, если у нас получится набрать 15 тысяч лайков на вот этой серии, то я обещаю, то, что следующая серия будет длиться ровно 1 час, ребята. Да, я, конечно, не верю в то, что мы сможем набрать 15 тысяч лайков, потому что это реально будет какой-то рекорд, но если все же сможем, ребята, если вы в себя поверите, каждый из вас поставит лайк, ребята, если вы сами искренне этого хотите, чтобы новая серия Пиксельмона вышла завтра, а не через неделю, реально поставьте лайк, и я реально выпущу ее как можно быстрее. Поэтому, ребята, не ленитесь и также подписывайтесь на мой канал, потому что каждый подписчик для меня как друг. И как я сказал на начале этой серии, по нашей традиции, заходите на мою страницу ВКонтакте, добавляйте меня в друзья, подписывайтесь на вот эту самую страницу. Самая первая ссылочка в описании, просто клацните и перейдите, ребята, в контакт. Да, еще раз, ребятушечки даже, большое спасибо вам за просмотр, всем удачи и всем пока!